тот день, когда мы встречались с Андреем Губиным, он всегда считается у нас день влюбленных. Я в чем-то стесняюсь. Мы заходили к Андрею Губину в гости взять автограф. Я начала плакать. Плакать от того, что я осознавала, что я могу его больше не увидеть. И ко мне подошел парень. Он спросил, почему ты плачешь? Ну, я ему, конечно, все рассказала. Вот так вот я познакомилась с ним. И сейчас встречаюсь. Все это для меня очень неожиданно. Такой приятный сюрприз. Песни Андрея Губина помогают жить. Есть для чего жить, есть для чего работать, есть для чего писать новые песни. Я очень рада, что мы тебя можем услышать на самом клевом радио. Love Radio. Love Radio — это супер. Кто так сказал здесь? Кто сказал? Это суперское радио. Супер, супер.